Топа утро, друзья. Мы уже помыли опы. И у нас вот такой завтрак. Мы вешаем им виноград сверху, чтобы как в природе, типа. Понятно, что в природе они виноград не едят, но тут очень любят. Главное, чтобы он был сладенький, и выпивают только сок. Маня, не гомнякай, пожалуйста. Ой, ты мой. Боже мой, наклонился. Бубашку съел. Мань, не гомнякай. Степа кушает полностью. Маня так раскусила, сок выпила, вниз выкинула. Как будто где-то мы, да, на виноградной плантации. Маня, сейчас заберу виноград. Кушай, скажу, ой. Вон, Степка все покушает. Видит, только шкурку. Ну, не любят они шкурку, только шкурку выплевывает. Маня, все, сейчас все вниз. Ей лишь бы вот больше себе, да, Маня? А то вдруг кто-то, да, Степка на одну бубушку бедный ест вот. Она уже накидала, всю грусть ободрала. Потом начнут. Посмотрите. Ну, Мань. Маня это не Степка. Степа это интеллигент в пятом поколении, да? Да. Да, Маня. Ненчик, ну что ты крякаешь? И все опять из-за щек весь виноград выкинула. Ну, посмотри, как кушает мальчик. Сидит, жует. Все, пока не прожует бубочку. Да, вон, шкурочки выплюнет. Степа, я над тобой повешаю. Держи, дорогой. Чтоб Маня не видела, что еще есть. Все, Маня, ничего больше нет. Все, что у тебя в руке. Скажи, ага, скажи ей. Задним зрением, скажи, вижу, затылочным. Вот, вот мой малыш, мой мальчик культурный, да. Самый культурный гамадрил в мире. Самый красивый, как наш глаз. Ну, вижу, да, еще не прошел. Ну, что делать? Да. Они уже перчик с утра, яблочко, да. О, такая влажность большая, дождь запотевает камера. Да ничего, вообще не претендую. Маня, вынимай за щек. Учу мучку мою, учу зубы мои. Вот, Маня, правильно, лучший перчик, лучше семена из перца. Мои ноги, мои, да, мои руки, мои ноги красивые. Кто там, кот бегает? Выходить? Гулять уже? Нет, хорошо, позавтракайте. Завтрак – это большое дело. Иди бубочку еще вон там с виноградика сорви, иди. Все. Ой. Там коты. Ой, Маня там бубочку нашла. Угу, увидела, Степа. Тиша. Как сиамские близнецы, они уже один друг без друга не могут.
Бася, иди сюда, Тишу, не обижай. Нам вчера прислали мяско вот такое. И Маня виноград, мясо, яблоко, перец. Все в перемешку, да? Степочка, покажи, как кушать нужно. Интеллигентно, да. Вот так взял зернышко двумя пальчиками. И выутик, да? Скажи, здравствуйте, дорогие подписчики. Кто меня любит? Скажи, я очень культурный мальчик, да? Очень. Вот так. Одно зернышко на пальчик. И пальчик выут. Вася, кто из вас там с Тишей хороводит? Сегодня такая прохладная погода. Да, всю ночь шел дождь, сейчас дождя в Тайгане нет. Кто собирается? Моя бусинка, моя. Степа и виноград. Вот так, боже мой, сколько ты сейчас радости доставишь своим культурным, культурной трапезой, да? Своим подписчикам. Ну. Все. Нет, я сейчас должна идти на работу. Сейчас еще Люсю надо. Да. Опу помыть, да. Пойти отвезти продуктов. Моя бусинка. На разных этажах трапеза, да, Мань? Скажи, любуйтесь своим Стёпой, своим интеллигентом в пятом поколении. Скажи, а я пока щёчки буду набивать. Так, раз. Очень любят семечки, что в яблоках, что в перце. Я им никогда хвостик не убираю, потому что они очень любят... Маня. Ну, весь виноград перетрясем-лясим. Завтрак аристократов. Кушайте. Все, поехала к Люське. Ну что? Позавтракали. Люсю накормили, Сеню накормили. Соню, простите. Всех накормили. К Сене еще не съездили. Посмотреть, как там, да. Мамка с детенышами, да. Да. Ой, не возмущайся. Мой малый, ты что, бананчик? Бери ручками, бери. Нет, вот так он наклоняется. Да, я поняла, не мешаю, ешь как хочешь.